Добрый день, во-первых. Во-вторых, я, конечно, первый раз в Узбекистане, но мне очень понравилось. Я работал и в России, и во многом не отличается, если честно, только Россия большая страна, Узбекистан гораздо меньше, но впечатления хорошие. Удивило, что люди доброжелательны, гостоприимные и хорошо относятся к людям из иностранства. Или это мое индивидуальное впечатление, я не знаю, но что касается меня, вот этот говорю из моего опыта. Так что я не долго здесь, но за несколько месяцев уже понял некоторые вещи. И не знал, что в Узбекистане такая большая история. Не было тоже много времени, но успел посмотреть и Самарканд, и Бухару. Надеюсь, на следующий год, если будет времени, посмотрю и остальные остальные города и места, которые имеют большое значение за Узбекистан, исторические города и места. Что меня удивило в чемпионате, есть хорошие команды, команды как Пахтакор, Насаф и Наманган, тоже и Нефчи, они сильные, сильные команды, ОГМК тоже. Пять команд, которые бились до конца за верхний час таблицы, удивляет. Я думаю, что Узбекистан одна из самых лучших стран среди Центральной Азии. Что касается футбола, футбол прогрессирует, есть достаточно хороших футболистов. И видимо, что инфраструктура тоже в Узбекистане развивается, и она и сейчас на хорошем уровне. Так что есть все условия для того, чтобы в будущем узбекский футбол поднялся. А знаете, как это уже тяжело про коллег говорит и видели от кого-то, но есть, вы видите, сами клубы, которые занимают сами лучшие места в Суперлиге, там работают тоже качественные тренера. А есть клубы, которые с маленьким бюджетом, но проявили себя очень хорошо. Там есть тоже большая качественная работа тренеров, так что видеть от кого-то это бы было неправильно, но вы сами можете подумать, в каких клубах работают хорошие тренера. Не могу сказать хорошие тренера, но тренера, которые на этот год проявили себя очень хорошо. Насчет футболистов тоже есть многие хорошие футболисты, есть сборники, есть молодые футболисты, которые прогрессируют. Но мне кажется, на этот год я удивился, как проявляет себя Остон Урунов в этом году, потому что я два года назад я был в России, он там играл. Я не ожидал, что он будет себя так хорошо проявлять. Однозначно на следующий сезон задача проявить себя в лучшем свете, занимать позицию на турнирной строчке лучше, чем в этом году. Еще конкретно не поставили цели, еще конкретно не создали команду, но однозначно будет задача выше, чем на этот год.